Третий год подряд первым нашим соперником в Кубке России становится Новосибирск. И если в прошлом сезоне гости выбили нас из турнира, то в этом году наша команда намерена была взять реванш. Матч начался с опасных атак на ворота гостей. Однако вратарь новосибирцев вытащил пару плотных ударов. Гости в своей первой же атаке после розыгрыша штрафного прострелили вдоль ворот. Мяч удержал защитник Антон Петухов. Автогол, и гости повели 1-0. Нам, наверное, даже было проще, потому что у нас состав не меняется, допустим, может быть, никого мы не усиливаем особо. Вот, поэтому повезло в конце пенальти, как всегда, это лотерея. И действительно, у Новосибирска состав обновлен на 50%. Сыгранности толком не было. Это и дало шанс бело-голубым цепляться за игру. Нападающий Владимир Завьялов, разыгравшись с защитниками, отправил мяч в сетку ворот. 1-1. Такой счет и остался до финального свистка. Главный тренер гостей Павел Могилевский на пресс-конференции продолжил ставшую уже злободневной проблему о качестве поля, как и многие другие тренера гостевых клубов. Но все играли в равных условиях. Футбол как такового на самом деле не было. Все это зависит от, конечно, многих факторов. Самое главное – это поле, которое у вас здесь, в Барнауле. Самое простое ведение игры – это длинная передача, подбор. В принципе, максимум, что... В принципе, Барнаул так и играл. Мы же старались играть в футбол. В этом случае, говорится, результат на табло. В серии после матчевых пенальти феерил Богдан Корюкин. Наш голкипер дважды отбил удары соперников. Как итог, победа по пенальти 4-2. «Динамо» едет в 1/128 финала Кубка России к омскому «Иртышу», команде, равной по силам. Анастасия Бертенева, Дмитрий Дроздов. День с толком.